Путем континуа, да? Продолжаю. Нам тут отключают свет регулярно. Наверное, не нравится то, что я говорю. Так что я еще раз всех приветствую. Идем дальше. Поговорим немножко о протекционизме. Я считаю, что наших производителей надо защищать. Надо защищать их от внешних угроз, скажем так, от импорта. Нам для чего? Потому что, защищая наших производителей, мы даем возможность им встать на ноги, развернуться полностью. И это означает создание рабочих мест у нас в стране, а не импорт безработицы. Когда мы привозим товары из-за рубежа, мы себе импортируем безработицы. Эти товары произведены там. Там люди работают, там они получают зарплату, там они могут позволить себе нормальную жизнь. А мы, покупая их здесь, не товары, которые не произведены у нас, мы свои рабочие места отдаем туда. Мы тем самым импортируем безработицу. Ну, конечно, есть такие товары, как лимоны, апельсины, чай, финики. Не растут они в Молдавии. Ну, вот так случилось. Беспошлинный завоз. Все остальное надо обязательно выстроить правильную систему защиты местного производителя. Как в аграрном секторе, так и в промышленном секторе. Обязательно это надо сделать. Потому что когда открыли границы, открыли таможенные границы, и сказали, рынок все выправит. Наша промышленность, наша экономика была к этому не готова. Она не была готова к конкуренции с развитыми экономиками мира. Мы были слабы. Надо было защищать нашу экономику и наши рабочие места. Ну, что сказали? Ничего страшного, кто-то умрет, кто-то там, да, выплывет, и все будет хорошо. Это все равно, что поставить на бой, на ринг с тяжеловесом, чемпионом мира по боксу, начинающего юниора, легкого веса. Сказав, что ничего, он там обстреляется, зато научится. Так вот, в бою с чемпионом мира юниор шансов не то, что не имеет, и он не научится. И ему не то, что будет тяжело. Чемпион мира его убьет одним ударом, что и произошло со всей нашей промышленностью. Она легла. Ответственность за это несут правители нашей страны, начиная с первого президента, с первого правительства и вплоть до сегодняшнего дня. Кое-что сделал президент Воронин. Кое-что сделал, но немного. Нужно гораздо больше. Защита наших предпринимателей. Госзаказы и заказы крупных компаний надо отдать в руки наших местных и малых предпринимателей. Для этого нужно принять специальный закон, который предусмотрит соответствующий алгоритм. Это можно сделать. Не нужно привозить товары из-за рубежа. Не нужно делать так, чтобы все заказы доставались аффилированным с властью лицам. Надо делать прозрачные правила игры. Алгоритм для этого существует, как минимум электронные торги. Здесь опять-таки должна сыграть свое слово свобода прессы, судебная система. Все взаимосвязанная система. Все это делается не наскоком, постепенно и планомерно. Что касается кредитно-финансовой системы Молдовы. Она сегодня больше носит спекулятивный характер. То есть вот деньги пришли, ушли, горячие деньги, быстрый оборот. Не может развиваться экономика с такими процентами. Просто невозможно. Нормальный процент для развития экономики, да это должны быть длинные деньги, называются 8 на 8. 8% на 8 лет. В этом случае предпринимателям выгодно брать кредиты и развиваться. Однако я понимаю, что есть такая вещь, как стоимость денег в стране. Она обусловлена как и потребностью в инвестициях и потребностью в деньгах, так и общим уровнем инфляции в стране. Я считаю, что необходимо, чтобы государство субсидировало процентные ставки на инвестиционные кредиты, выдаваемые в те отрасли, которые государство считает приоритетными в развитии экономики. Мало того, я считаю, что нужно создать государственный банк реконструкции и развития Молдовы. Есть Международный банк реконструкции и развития, европейский. Нет государственного банка развития Молдовы.
Как так? А как мы собираемся развивать страну, если у нас даже банка нет? При банке должны быть страховые компании, управляющие компании и так далее, есть целые механизмы. Я о них расскажу, когда соберу подписи. Но подписи, уважаемые мои предприниматели, я могу собрать только с вашей помощью. Нет у меня такой организационной структуры, как у партии. Нет, и быть не может. Но я хочу, и я прошу вас, у которых есть организационная структура, поддержать всеми возможными способами. Есть наш сайт, туда можно перечислять деньги. Но деньги, они не решат ситуацию. Сегодня очень мало времени. До 25 числа надо все подписи собрать. То, что мы собрали сейчас, это курам насмех. Это самодеятельность. Мы можем это собрать только с вашей помощью, дорогие предприниматели. Как это вы можете сделать? Переговорите с вашими, зайдите на сайт, почитайте основные тезисы моей будущей программы. Увидьте, посмотрите, послушайте эту пресс-конференцию, позвоните мне, найдите, давайте переговорим. И после этого переговорите с вашими работниками. Убедите их в том, что надо поддержать мою кандидатуру. Надо расписаться, надо подписать за меня подписной лист. И если вы примете такое решение, пожалуйста, соберите здесь собрание. Конечно, чем больше людей, тем лучше. Пусть это будет 200 человек, 300, 1000. Нет денег на то, чтобы ездить в районы. Да, это надо арендовать автомобиль, это у нас бензин, это люди, это время. Но если вы соберете 200, 300, 400, 1000 человек, мы приедем. Присылайте своих делегатов этого собрания к нам. У нас есть штаб. Тоже вся информация есть на сайте. Пожалуйста, участвуйте. Соберитесь, подумайте. Я ваш кандидат, ребят. Я хочу развития экономики. И вместе с развитием экономики будете зарабатывать вы, будут зарабатывать ваши сотрудники. Будет наполняться бюджет страны. Это правильно. В этом будущее нашей страны. Но чтобы сделать такое будущее, необходимо, чтобы в нашей стране была принята какая-то нормальная доктрина экономического развития Молдовы. Чтобы с научно обоснованной точки зрения мы могли выделить те секторы экономики, те отрасли, которые будут являться для государства приоритетными в поддержке. Это нужно делать вместе со специалистами. Есть у нас прекрасные экономисты, Михаил Пойсик, Елена Горелова. Да за ними государство должно бегать постоянно и просить их, чтобы они дали советы или работали на государство. Гоняться за такими специалистами надо. Не только они, и другие ребята есть. Гоняться, ребята, приходите и делайте. Вот я, если буду президентом, не если, а когда, я обязательно всех людей привлеку. Мы создадим мощный экономический совет, мощный мозговой штурм проведем, и в результате которого мы примем доктрину экономического развития и примем план экономического развития. В Советском Союзе был такой план. И должен быть план такой и в нашем государстве. Он должен быть не такой, как в СССР, когда регламентировалось чуть не производство каждой иголки. Он должен быть индикативным. Индикативный план социально-экономического развития на последующие 4 года. Чтобы мы понимали, куда мы идем и что мы хотим. Чтобы предприниматели это все понимали и знали. Чтобы мы двигались вперед. Поэтому, ребята, поддержите. Пришлите своих делегатов, обсудите то, что я сегодня сказал, то, что есть на сайте, между собой, со своими друзьями, в своих коллективах. И приезжайте, пусть приезжают делегаты, и вместе с ними мы поедем к вам, и, надеюсь, соберем эти подписи. Времени в обрез, времени на раскачку нет. Сегодня, завтра, послезавтра надо уже действовать и делать. Что касается инвестиций, хотелось о них пару слов сказать, но, к сожалению, нас отняло и время пресс-конференции на технические неполадки. Инвестиции приходят туда, где для них благоприятная среда. Инвестор
неважно, это иностранный инвестор, местный инвестор, я называю инвестор, он всегда оценивает риск и прибыль. Там, где риск низкий и прибыль высокая, деньги идут очень много. Там, где риски высокие, а прибыли низкие, деньги туда не приходят, инвестиции. Вот в Молдавию инвестиции не приходят, потому что у нас слишком высокие риски. Есть обычные риски, которые готов принять на себя бизнесмен. Это какие? Да? Кадровые риски, да, управленческие риски, какие-то финансовые риски, что касается неправильного, может быть, неправильного местоположения или неправильными переговорами с банками. Это обычные нормальные деловые риски. Но никакой предприниматель не будет принимать на себя риск того, что его будет преследовать государство и государственные мужи, что из него будут выколачивать взятки. Хватит этой азиатчины 15 века. Надо становиться цивилизованным государством, надо давать зеленый свет бизнесу и предпринимательству, развивать страну, помогать. Спросить, что еще тебе нужно предпринимать для того, чтобы ты мог больше и лучше и качественнее производить. Хотелось поговорить об индексе технологичности, об индексе экологичности, о новых технологиях новых биотехнологиях, которые надо развивать. Времени, к сожалению, не хватает. О реформе рынка труда, о том, как правильно все это сделать. Времени, к сожалению, нет, а хочется еще поговорить о третьей части нашей конференции. Поэтому, дорогие предприниматели, только я к вам обращаюсь и только надежда на вас. Давайте покажем всю силу частного бизнеса. За все эти 25 лет мы окрепли, мы встали на ноги. Хватит терпеть засилие чиновников. Пора вставать на ноги, пора заявить о себе. И сейчас этот шанс. Сейчас я ваш кандидат. Приходите, звоните, со всеми встречусь. Со всеми поговорим, придумаем все вместе. Жду вас. Во-первых, во второй части, если есть вопросы. Нет. Не будем терять время, идем дальше. Третья часть – это как нам обеспечить то, чтобы у нас правильно работали и жили очень достойно врачи, учителя, полицейские и силовики. Хотелось бы разговаривать о пенсионной реформе, о медицинской реформе, о реформе образования, но это завтра на конференции в 11 часов. Самое главное, что хочется сказать. Во-первых, о врачах, учителях и полицейских – это столпы государства. Учителя дают нам возможность участвовать в жизни общества, адаптироваться к нему. Врачи гарантируют нам физическую безопасность в плане спасения от болезней. Они нас реанимируют постоянно. Полицейские должны гарантировать нам соблюдение закона. Эти люди сегодня исполняют свой долг, но их зарплаты очень маленькие. Они вынуждены заниматься тем, что им нравится, а именно ходить с протянутой рукой, с подаянием. Кто-то пытается выколачивать взятки. И эти взятки ходят по кругу постоянно. Зачем нам такая система? Всем стыдно, но все это делают. У нас развивается теневая экономика. Поэтому надо все это изменять. И я это все расскажу завтра. Однако, что касается уровня жизни врачей, учителей, полицейских, и силовиков, и судей. Я считаю, нужно взять за основу американскую систему. Там никто из полицейских взятки не берет. Почему? Потому что им есть что терять. Я считаю, что должны быть высокие зарплаты учителей, полицейских и врачей, но помимо этого должны быть льготы разнообразные для членов их семей, медицинские льготы, льготы по образованию, разные льготы, то, что есть, то, что называется бенефиты, а также каждому из начинающих учителей, врачей, полицейских, кто добросовестно исполняет свои обязанности, государство должно выдать беспроцентный, льготный, долгосрочный ипотечный кредит на приобретение своего жилья. Пусть это будет дом с бассейном у каждого полицейского, у каждого врача. И каждый год полицейский и врач должны будут за каждый год их работы государство будет им гасить часть этого ипотечного кредита. Тем самым, выходя на пенсию, человек будет иметь имущество, будет обеспечен.
И тем самым он сильно задумывается о том, а надо ли ему брать эти взятки в 100 или в 100 или в 1000 долларов, когда он может потерять больше. Потому что если его уволят, то кредит льготный больше не останется. Об этом хотелось поговорить. И последнее. Наши суды сегодня работают из рук вон плохо. И когда я разговаривал с господином Пушкашом, это бывший представитель Конституционного суда, я спрашивал его, а вот Высший совет магистратуры назначает судей, а кто туда входит в этот состав, ну, рекомендует. Он перечислил, там входит прокуратура, там входит коллегия судей и так далее. Я спросил его, а почему там нет ни одного адвоката? И была пауза. Суд – это состязательный процесс. Поэтому в судебной системе должен быть отдельный бюджет, утверждаемый парламентом. Руководить судебной системой должен Верховный суд, так же, как он должен руководить Министерством юстиции. И назначение судей должно идти по рекомендации совместной коллегии адвокатов и прокуроров, чтобы они назначали этих людей. К сожалению, очень мало времени, что могли рассказали. На сайте есть дополнительная информация, есть информация на моей страничке в Фейсбуке, Крейтор Артур. Смотрите, заходите, участвуйте, приезжайте. Нам не нужен залежалый товар, который нам навязывают. Мы не хотим избирать этих людей, но мы хотим новых людей. Но нам постоянно подсовывают залежалый товар, потому что в этой системе, которая сегодня есть, мы будем всегда покупать залежалый низкого качества товар по самой высокой цене. Нельзя этого допустить. Надо пробить всю эту систему, пробить информационную блокаду. Надо двигаться вперед. С вашей помощью я надеюсь, что будет широкий отклик на сегодняшнюю пресс-конференцию. И мы сможем собрать подписи. И тогда я смогу более подробно рассказать о том, какие меры планируются мною в экономике, для средств массовой информации, для врачей, учителей, полицейских, силовиков, судей. Как эта система должна работать, в какой взаимосвязи, как она будет существовать. Еще раз хочу попросить вас поддержать всеми возможными способами. Приходите, подписывайтесь, присылайте делегатов. Выйдем, поедем, поговорим, подпишем листы и, даст Бог, соберем 25 тысяч подписей и сдадим их в ЦИК. И тогда у нас есть шанс для дальнейшей борьбы. Еще раз напомню, что наш лозунг – это консолидация общества, развитие экономики. Консолидария сучитеци, дезволтария и экономика. Будущее начинается сейчас. Виторул инчепи акум. The future is now, но и по-гречески. То мелон архизи тора. Благодарю.